Буэнос-диэс, братва. Ядерный рассвет назрет у шикарен, это значит, что мы продолжаем проходить мать его так God of War. Садитесь поудобнее, хватайте ништячки и погнали. За голос, как говорится, лишнего не прошу, потому что это уже 11-я запись за сегодня. Трейс, так. Да зажигайся ты уже. Того труп. Будешь везде его носить? Может быть. Ну допустим, а чё? Кому что-то не нравится? Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Ну как же я до нее доберусь? Так, в раковину не ссать. Ага. Так, пробитие должно быть откуда-то из туда. Так. Ой-ой-ой, блядь. Ага, там мостик. Да подожди ты, мне сначала надо эту дуру активировать. Хорошо прицелиться, и куда он денется? Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Я тебя жду. Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Семя? Да, это семя. Глупая загадка. И все-таки это дверь. А это чё за вечеринка? Ёпарися ты! Что ему теперь-то нужно?
вернемся. Еще вернется. Странно, я уже думал покидать. По говнюку. Ну вот, лодки нет. Она все еще на другом краю озера. Вернемся так же, как пришли, на подъемнике. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И? Щелк. Чтобы я видел, куда стреляю. Стреляй на слух, учись. Учусь. Так, педалировать нам надо куда-то туда. Так. Мы давно здесь стоим. Тупичок. Значит, в ту сторону. Беремся туда без кристалла. Найдем кристалл. Как говорится, как будто у нас много вариантов. Не кажется ли, там один светился? Зажигательная хуйня. Пускают. Ты
понимаю, это ворота назад. А звук как по металлу. Это, собственно, дверь. Где же кристалл мне... Опа, кристалл мне высрать. Так, кристаллы свойства тухнуть не имеют. Деактивируется. Так, еще один страшный сундук. Да ёпереси ты. Таскать с собой этот кристалл, если придется. Как будто у меня есть варианты. Ну, заодно покопаемся в номерах. Они же камера, они же называйте как хотите. What's going up next? Да не стоим, мы бродим, так что не чеши, мелкий. Или чеши. Или не чеши. Или все-таки чеши. Ой, о, майский жук пролетел.
Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать. Ooh, there's a bridge. Наконец-то можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Да, ну тут... Нормально такое херачило. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Вот так. Пойдем уже. Ты помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне, лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама... Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Забудь. Ладно.
Ну чё, поплыли. Она была там? Кто? Нет, её не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. А я-то думал, он сейчас расколется. Что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Я рад слышать, правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард, к Черному Дыханию? Или тут еще дела остались? Что значит, я смотрю глазами ребенка? На войне для солдата красота — это кровь его врага. Остальную часть души он теряет, на время или навсегда. Ты много знаешь про войну, правда? Войны ведут по двум причинам — ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Это вы? У вас были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь. В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он признал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем вы думали? Точильным камнем. Ха, крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Хуй настроен. Спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. О, нужно отвлечься. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер, кажется. А, сочувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует меж мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. Сила минус 7 не канает. Все, хуйня, кроме пчел. Места сразу больше стало.
Короче, надо комплект древних собирать. Заходите, если что понадобится. Пока. Так, сила 8. Короче, ни хрена. Короче, понятно здесь все. Спасибо всем, кто присутствовал. Луис, пиписька. И до скорого. Адьос, братва. Увидимся в следующей серии.